Дорогуши мои, доброе утро. Сейчас 4:05 по московскому времени. Здесь этого стартует быстрый, небольшой, прям плотный стримчанский. Но, впрочем, если я вижу, что эта штука лагает, то стримчанский завершается, потому что... Ну и завершается, соответственно, до завершения расследования. По поводу неправильной работы. Значит, я уже хотел запустить, но мы помним, у нас работает рефлекс, что сначала у нас мышка едет вот сюда. Пока что ни малейших признаков лагов. Может, у меня настройки слишком... Я даже не знаю. Может, ультра поставить. Так, вот так я вижу, что оно не лагает. Реально вообще ничего здесь не лагает. Видите? Никаких лагов. Ну как я могу пойти на такое? С низким качеством играть перед моими подписчиками. Давайте повысим немного. Уже немного лагает. Но пока еще, допустим, вот то видео. Короче, природа за окном, она пока нормальная. Давайте попробуем еще улучшить. Уже есть небольшие пролаги. Но природа, по крайней мере, могу сказать, что работает. А, это качество среднее. Хотел еще раз поставить качество высокое. Вот, я уже вижу, что за окном начался просто ад. Понимаете? Такое когда не было? Поступить в такой тяжелой ситуации. Может, мне что-то лагает еще? Не очень ясно.
Так, это у нас кто вообще? Почему процесс исполнения клиент-сервер требует графический процессор? То есть у меня получается, видите, какой у меня выбор? У меня получается выбор, что стримить перед вами на среднем уровне. Или я даже не знаю, что делать. Давайте попробую постримить вам видео. Сейчас я беру. Открываю свой канал на YouTube. Дайте, мне просто надо в ту сторону убежать. Я смогу это сделать, наверное. Все, я просто побежал, смотрите-ка, все нормально. Вот и все. Я жив. Смотрите, различие в том, что здесь видео не с размытым фоном. Привет, чел. 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 Рова. Рова, чел. Расслабься. Ха! Готов. Хорошо, пошел. Серьезно? Обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. Значит, так поставлю, если вдруг поможет. Это поможет? Нет, я иду к себе и все. Посмотрите, абсолютно никаких лагов. Просто идеальнейшее. Ну, мне туда надо. Может, мне сгорело что-то, я не знаю. Как такое возможно? Комп же я уже перезагружал. Я вообще уже хочу стримчатки завершить. Вот, полевая буря, похоже. Давайте посмотрим, никаких признаков лагов, да вообще никаких, ни единого. Давайте посмотрим начало следующего стрима, начало прям. Куда ж ты тыкаешь? Себя вели абсолютно непотребно, но, к счастью, мы можем продолжить стрим. Здесь непотребно, а где часть 10? Они переставили, что ли? Ну что это такое? Может, не FPS поменьше поставить? Я же могу их не 60 ставить, а 30. Зачем мне стоит 60 FPS вообще? Мне ж 30 достаточно. Зачем я ставил 60? Я реально всегда стримлю в 60 FPS? Это типа, чтобы можно было за обеденной съемки это смотреть или что? Какой смысл? Таких... Дамир уже отправился на разведку к... Смотрите, все, у нас investigation.
Смотрите, нет, лагов нет. Я не вижу лагов сейчас. Я там, конечно, чавкаю громко, но лагов-то нету. Какой у меня насморк ужасный. И надо нам их до черта и поболее. Ведь Аврора одной воды за час, то он не две на пар перевой. Да горючки на дым тоже, он будь здоров. Так что мы тут как есть намели. Надо... Я вспомнил, там, кажется, игра упала. И после того, как она упала, все стало очень плохо. А я понял, я запустил безопасный режим, кажется, с тех пор все и отвратительно. То есть, понимаете, то есть там какие-то сбросились на хер, либо получил перманентный бан на моем канале. То есть сейчас лагов же нету. Так, если давайте этот домик обследуем, это неплохо, не так. Обследовал домик, называется. Чков. В обрыв. Кажется, эти странные челы померли. Кстати, все еще никаких лагов, просто никаких, все прекрасно работает. Все прекрасно работает. Кажется, они водят немножко лучше, чем я. Кстати, все еще никаких лагов. Все, посмотрите, как прекрасно работает. Все гладенько, все четенько. Знаете, какой я... Какой кошмарный. Вот чел, это гады какие. Все, давайте я его спрячу вообще. Блин, меня так грохнут реально. Кажется, мне показалось, что там на меня самолет упал, но на самом деле, наверное, меня просто застрелили. Чё? Видели? Что это происходит вообще? Чё? Меня с неба убили? По-моему, это просто птица пролетела. Видите, все еще никаких лагов вообще. Все четенько. Все идеально работает. Вот, кажется, тут у меня где-то вылетела игра. Давайте посмотрим, что тут происходит. А, вот, все, уже нашлись лаги. Такие страшные, что просто кошмар.
Вот, мне, видимо, тут где-то вылетела игра. Блин, у меня кончились патроны нормально. А кто патроны считать будет? Какое отвратительное разрешение. Я могу сохраниться? Ну, ты, видите, я все это время играл 1920? А, давайте просто верну. Вот, и с тех пор, как я поставил нормальное разрешение, оно разрешение стало нормальное. Правильно? Да, да, стало невозможно играть, как только поставил. А, давайте просто... Блин, у меня кончились патроны. Хорошо, напомните, с чего это у меня разрешение такое стало. Давайте аккуратно посмотрим. А, вот, у меня, типа, игра вылетела. Вот, наверное, я запустил ее тут в безопасном режиме. Что я наделал? Вот представляете, вот один раз нажал не ту кнопку и все померло. Один раз нажал не ту кнопку. Буквально один раз. Так что давайте в первом запуске посмотрим, какие у меня были настройки графики. Вот, я слышу музыку. А ты тренировался со стримами, то есть у меня тут... сейчас система. Профессиональный стример просто. Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольём свежий спартан. Свежая спартанская кровь. Давайте пофасте чем найдем. О, похоже на меня сейчас. Нулевой километр, Москва. Чел тупо ничего не. Чел тупо не стримит, чел тупо смотрит, болтает с людьми другими. Гашан, иди нахрен, дай я поставлю нормальные настройки. Ты знаешь, как сильно лагает, если не поставить нормальные настройки? Оно просто отвратительное качество там. Невозможно играть в эту игру, если там не вернуть нормальные настройки. А то, что пишешь, вообще на Твиче запрещено такие слова. За такие слова отхватывают бан. Перманентный. Не от меня, а просто от руководства Твича. Тут нет записи чата, поэтому я даже не могу посмотреть, что ты пишешь, к сожалению. Так, давайте быстренько пофастичим. Мы бы разделяли. Симулятор настроек, это правда, да. Потому что... Насколько я вижу, у меня игра подлагивает. То есть на компе у меня работает хорошо, а вот передает он меньше, чем... Слышите? Проблема уже была. Вот что... Я, наверное, все-таки догадался в настройки пойти и что-то починить. Управление, ладно. О. Давайте посмотрим. Все, а, сейчас все настройки обязательно просматривают, чтобы я увидел, какие я в итоге поставил себе FPS. Надо выучить управление, ладно. А, нет. Серьезно? Хорошо, бегать нормально, присесть, прыжок с классика, с... Давай, настройки видео зайди, пожалуйста, чел. Ну, чел, какой же ты тупой. Да. Давайте я дальше поставлю маленькое качество, чтобы оно, блин, быстро все делало. Круто.
знаю, что. Давай, настройки видео. Да блин. Типа, чел. Я так и не узнаю, какие настройки видео все это время были. А. Смотрите, оно лагает или нет? Оно, во-первых, оно гораздо лучше, чем то, что сейчас. Давайте договоримся. О, это давай, настройки пола. Видео зайти. Чел, настройки видео. Подарок. А, я помер. Видите, вообще никаких лаков не было. Чел, типа, меня убила эта страшная крыса. Все было отлично. Отлично. Вот я офигеваю от этой игры, конечно же. Вот я теряю все патроны. Тут я так весь стрим пролистаю, а, да? У меня. Может, сообщик X2 поставить к тому же заодно? Бедные зрители, конечно. Видите, он не успевает на 360 загружать. Давайте поставим на 144. Качество. Кошмар, кошмар, кошмар. Серьезно? Сто, блин, 44. А что ты сойдешь, пальдом? Она шла. Всего. Я могу где-то как-то вообще проглядеть настройки? Я ж не понимаю ничего. О, вот какие-то настройки тут есть. Короче, возможно, есть такая. Есть такой вариант, что я вообще никогда не смотрел свои настройки. Они все время стояли 1280 на 720. Может такое быть вообще? Что настройки всегда были фиговые. Наверное же нет. Там все визуально можно отличить. Фиговые настройки от хороших. Я когда-то хвастался, что у меня экстрим же стоит. Так, тут у нас что происходит? Я учу управление. Блин, 144 же поставил. В чем проблема? Почему 144 так отвратительно скачивается? О. Ничего. Давайте посмотрим на высокой, на высоком качестве, что у меня тут происходит в высоком качестве. И на скорости пониже. Кстати, половинная скорость, у него должно быть 30 кадров в секунду, то есть вообще все плавненько, четенько. Нет, это вообще... Это не 60 FPS. Может, конечно, YouTube не смог загрузить 60 FPS.
Вот можно ли этот графоний назвать экстримом? Непонятно, можно ли его назвать экстримом. Что за чёрт? Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Нет, давайте всё-таки нормальное качество. Но непонятно, 720 или... Не 720. Я умудрился помереть. Мне сейчас вообще важно, мне пофиг, мне нужны настройки видео. А, я сбросился там с крыши зачем-то. Короче, мне, видимо, было вообще не до настроек видео. Как я... То есть реально там стояло 1280 на 720, только поэтому игра тащила? Такой удар в сердце. Это такой удар в сердце. Мне хоть когда-нибудь надо было посмотреть настройки видео. Или я только в последний момент догадался. Ладно. Удар тяжел. Во-первых, давайте я поставлю, чтобы стрим был 30 FPS. Да, стрим у нас будет 30 FPS. Или это слишком низко? Немножко себе подкрутим качество вниз. Самое главное, что, еще раз, игра же тянет. Не тянет ее стримить. Как так? Как так? Так, то есть, видимо, я возвращаю... А как? Игра не в курсе, что у меня разрешение экрана 1920 на 1200? Хорошо, давайте еще быстро. Быструю проверку. Я запущу другую игру, которые тоже высокие настройки качества. Идеальные волны, видите? Идеальные волны. Настройки качества какие? 1920 на 1200. Графика. Я спешу на кастом, потому что она даже лучше, чем high. Видите, вот когда хай, то две штуки на медиуме, три штуки на медиуме. А когда я делаю кастом, короче, у меня все было Да, отличная вода была, на секундочку.
Глубина 100 метров. Потребление кислорода увеличилось. Глубина 200 метров. Потребление кислорода значительно увеличилось. Мы приземлились недалеко от Авроры, плавсредства раскрылись, но в воде рядом с нами огромная рыбина, и я не знаю, сколько мы еще продержимся. Мы близко к месту крушения, так что прихватите защиту от радиации. Капсула 4, конец связи. Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Короче, видно, что FPS-ов меньше, чем 60-100%. Давайте попробуем в воде поплавать. Что будет в воде? Добро пожаловать на борт, капитан. Короче, не так уж и плохо. Вот, можно на воду посмотреть. Вода довольно неплохая. Она не идеальная, но она довольно неплохая. Вообще требовательные игры. Этим пора покупать видеокарту за несколько тысяч долларов. Ужас какой. Ладно, давайте. Так, я перезапущу стрим. Будет в нем 30 FPS. Посмотрим, как это пойдет тогда.